Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня я хотел бы вам рассказать, как вы сможете получить все самые крутые скины с замечательной коллекции под названием Nameless Collection. Прямо сейчас давайте вам расскажу, какие скины это могут быть. Первое — это тот самый Керамбит Голд. Второе — это USP Genesis, дальше AVM Sport V2, G22 Relic, FNFAL Laser и самое главное, самое новое, и вот это замечательная малышка. Ребятки, пожалуйста, прямо сейчас влепите лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Мне будет очень приятно. Ну что же, а мы начинаем. MyStandoff.com — это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Прямо сегодня я, ребятки, вообще не планировал снимать подобный видеоролик, но так вышло, что прямо сегодня добавили новый скин на рынок, это AVM Treasure Hunter. Ребятки, посмотрите на эту малышку, как же сильно я себе ее хочу, вы даже не представляете. Но есть одна небольшая проблема, то что на данный момент данного AVM Treasure Hunter нету ни у единого игрока в Standoff 2. Ну, по крайней мере, насколько я знаю, потому что на рынке ноль запросов. Посмотрите, нет продаж, видите, нет в продаже. И, ребятки, самое-самое интересное — это то, что запрос на покупку стоит 56 тысяч голды. То есть кто-то уже готов на данный момент, спустя 2 часа после того, как добавили скин в игру, отдать 56 тысяч голды. Мне кажется, что к вечеру цена будет 500 000. Я не знаю, но цена будет явно больше. Вдумайтесь, этот скин будет что-то наподобие Dragon Lore, только Dragon Lore в CSGO, а это будет в Standoff'е. И скорее всего данный скин будет стоить не одну сотню тысяч рублей. Ну и прямо сегодня я хотел бы вместе с вами поговорить, как же можно себе получить Nameless Collection в инвентарь. Я вас сразу предупреждаю, что никакой-то там секретной инфы нету. Это не кликбейт. Я вам расскажу реальные способы, как можно получить эту коллекцию в инвентарь. Я спрошу только об одном: пожалуйста, ребятки, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, потому что мне важен каждый из вас, и я дорожу каждым подписчиком. У нас есть два способа. Первый, он банальный. Второй способ — это то, что будет самое интересное, и я вам сегодня все расскажу. Давайте вначале о самом банальном способе. Это, ребятки, просто купить. И мой вам совет: если у вас есть хотя бы один скин из Nameless Collection, не продавайте. Ни в коем случае не продавайте, потому что через время цена на него поднимется 100%. Ну, например, Керамбит Голд. Я его покупал за 25 тысяч, на данный момент я могу его продать за 56. То есть цена выросла в 2 раза. Ну а теперь самое основное, как же можно получить эти самые крутые скины себе в инвентарь? Ребятки, никакой волшебной кнопочки нету. Чтобы получить вот эти все скины, вам надо просто играть в Standoff. Как бы это глупо и странно ни звучало, но чтобы получить вот такой вот крутой Керамбит Голд или AVM Treasure Hunter, вам надо просто-напросто взять и играть. Например, если вы играете в закладку бомбы или командный режим, подходит карточка к концу, кому-то дается бокс, кому-то даются монеты, а кому-то дается ничего. Так вот, вот именно в конце может вам выпасть тот самый заветный скин из Nameless Collection. Но есть одна небольшая дилемма. То, что он может выпасть, в принципе, с командного боя или с закладки бомбы, но есть такая проблема, то что в соревновательном режиме шанс выпадения любого скина из Nameless Collection в 10 раз выше. Откуда же я взял данную информацию? Ребятки, вся эта информация есть в открытом сводном доступе. Есть такой разработчик, который отвечает за звуки. Его зовут Иван, не помню как-то фамилию. Я на него подписался, а он на меня в ответ нет. Вань, если ты это смотришь, то пожалуйста подпишись, там, не знаю, пообщаться надо. Ну и короче, у него был прямой эфир. И вот именно там он рассказал всю эту инфу. Ну а теперь еще самое интересное. Это шанс выпадения этого же самого скина с Nameless Collection. Это, ребятки, 1000-ная. Одна тысячная, мать вашу! Еще бы 1 000 000-ную сделали. 1000-ная. Также, ребятки, прямо сейчас я вам расскажу очень интересный способ. Я не буду врать, я его услышал у ютубера. Это мой коллега, я думаю, если ты меня смотришь, что тебе огромный привет. И в общем, смотрите, что за способ. Он рассказал, что есть такой ютубер, у которого было 15 телефонов. Прикиньте, 15 телефонов, ну короче, 15 устройств. И он с этих 15 устройств просто по КД заходил в соревновательный режим и АФКшил. И
скин выдается рандомно, то есть Nameless Collection выдается рандомно. И чувак просто заходил и фкшил на протяжении 3 недель. Так вот, в конце концов, спустя 3 недели ему выпал Керамбит Голд. Он просто заходил каждый день и фкшил, прикиньте. Ну это очень круто. Ну а сейчас, ребятки, небольшой вопросик и интерактив к моей аудитории. Если у кого-то из вас есть АВМ Treasure Hunter, этот новый АВМ, он офигенный, он замечательный, прекрасный. Если у кого-то из вас есть и вы смотрите это видео, я вас настоятельно прошу, отпишите мне в ВК. Я готов его у вас купить. Ну что же, ребятки, в принципе, на этом все. Надеюсь, что все сказал правильно. Если я что-то упустил, то обязательно поправьте меня в комментариях. Спасибо большое за просмотр. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент АПК. Всем удачи и всем пока.